Я довольна невесткой. А ты видел, как она благородно себя вела? Ни фальши, ни раздражений не заметила. Ой, теперь бы внуков мне родила. Гриша? Гриш? Насколько велика Россия? Что не сделай, капля в море. Главное, руки не опускать. А давай оставим дело на ночь глядя, а? Вот. Отличное место для новой столицы. Или здесь? Столица чего? России. Столица в пустом месте. На диком поле. На побережье Черного моря. И поле перестанет быть диким. Распашем, заводов понастроим. Появятся села, города. Или здесь? Крым еще взять надо. Скоро возьмем. А давай сразу Константинополь, а? Государыня. Я обычный офицер, не полководец. Воевать умею, разрушать могу, настроить. Мое истинное призвание. Я выбирал место для лагеря. Всегда я. Не хватало их для постоя. Я возводил казармы в 3 этажа. Нужны были баркасы для пластунов. Я строил верфь. Доверьте мне, дороги, города. Я все осилю. В Петербурге быть не могу. Мое место здесь. Твое место там, где я, Григорий Александрович. Я предупреждала, не отпущу. Хочешь, графа Панина отправлю в отставку, будешь заниматься первой важности государственными делами, а хочешь строить — строй. Дворцы в Стрельне, в Петергофе, на Васильевском места достаточно. Гриша, Гришенька, а я ребенка хочу. Я понимаю, что поздно.